Юные междуреченцы продолжают знакомиться с миром телевидения. Такую возможность им дает телеканал «Июнь». Очередная экскурсия состоялась для отдыхающих сенсорной комнаты. Сейчас мы вам предлагаем попробовать что-нибудь нам рассказать. Горожан ждет хорошее лето. У нас сегодня хорошее настроение, потому что мы пришли в компанию «Июнь». Здесь нам расскажут про новости. Ну что, пошлите дальше? Мы ходим по разным экскурсиям. Хорошо питаемся. Мы не сидим на месте. До свидания. И говорим.